синички собрались, потому что время к закату. Семечки лежат. Кушать надо. Самые смелые едят на вершине. Уже начали кушать, приступили к трапезе. Осмелели. Внизу ястреб, первый раз такое. Уже много собралось синиц. Вон они. У них еду открывает вожак, пока он не начнет есть. Никто не ест. Вот уже часа два семечки лежат. Они только что начали кушать. Ястреб, потому что сидит уже часа три внизу. Они его боялись, а сейчас уже все. Надо выбирать, или спать ложиться, или кушать. Или ястребы боятся. Вот они. Выбрали покушать. Сидят, волнуются. А вон там сельчики кушают. А вот это такое щебетание, тут они вот ругаются, как бы предупреждают, что не все так хорошо. Такой как чечетка, что ли. Вон смотрит, они там сгрудились. Не понимают, что происходит. Но они его совершенно не интересуют, потому что он их не поймает. Ага, вот понял. Так много, чё говорит, ты там так много. Вот бы одну скушать. Не поймаешь. Совсем распоясались. Вообще. Сидят. Он никого найти не может. А тут сами прилетели. Но он голодный. Потому что... Он когда не голодный, вообще сидит без реакции. А тут прям не устает головой крутить за каждым движением. Но на звук синиц он не реагирует. Он вот реагирует на голубей и вот на воробьев. Когда воробьи чирикают, он сразу голову поворачивает. Видимо, синица ему не очень нравится. Вот вожак синицу увел. Это пустая береза. Вот они приняли решение не кушать. Поэтому они улетели. Их еще кто-то кормить начал через подъезд. До этого они никогда так быстро не улетали. Вот, видимо, появилась вторая кормушка, и они курсируют между моей и между вот соседской. Вот, поэтому они быстро улетают. А ястреб продолжает искать добычу. Долго сидит. Обычно, когда покушает, вот они час примерно сидят, отдыхают без движения. Час спят, а потом улетают. А этот не спит, потому что вот он голоден. Вероятнее всего. Ну, сейчас сюда воробьи ночующие прилетят, потому что под окном ночуют воробьи. Вот он имеет шанс их дождаться.
какой-то дозорный прилетел. Чирикает, недоволен. Ты, говорит, еще здесь? Это такие разведчики, они вот караулят. Наличие семечек, стаю зовут. Когда-то они семечки видят, они улетают стаю звать. А тут сейчас непорядок. Гости в столовой. Он очень смелый. Возмущен.